40-летняя певица и жена Владимира Преснякова Наталья Подольская не стала успешной певицей, несмотря на все старания ее семьи. После полного провала на Евровидении она занялась воспитанием детей. А сейчас артистка нашла свое признание в качестве ведущей блога на YouTube-канале, где берет интервью знаменитостей. Потрясающая женщина. А вы так не считаете?